Всем добрый вечер. Вот хочу поделиться с вами интересным явлением, как работает ветряк без ветра. Вот. Видим, да? Ветрячок крутится. Смотрим на деревья теперь. Вот ветки верхние даже не шелохнутся. Вот орех рядом. У ореха вроде бы листья большое. Оно должно хоть как-то реагировать на даже слабый ветер. Но как видно, оно вообще не... Никак. Даже не шелохнется. Даже самые верхние листья. То есть ветра... Ветра можно сказать, что нет. А ветряк крутится. Вот такое вот диво дивное. Чудо, можно сказать. Вот еще раз на ветке. Ничего нет. Никакого движения листьев я не вижу. Потому что его и нет, этого движения. Вот, опять орех показываю. Никакого движения листьев нет. Совсем. Совсем движения нет листьев. Ветра вообще... На уровне земли, где я стою, даже не ощущается. Ветер даже не ощущается, никак не ощущается. А ветряк крутится. А ветряк, что интересно, крутится. Ну, понятное дело, чуда здесь никакого нет. Но можно сделать с этого факта интересный вывод. Что надо делать башню как можно выше. Потому что когда ветра уже совсем нет у нас снизу, как мы видим. Но сверху он, значит, еще есть. Этот ветер. Вот. Верхушки деревьев. Ну, эти орехи, они ниже. За ось вращения ветряка. Но по листьям видно, что ветер ноль, абсолютный ноль. Листья ореха не шелохнутся даже. Ну и то же самое на других деревьях не видно, чтоб что-то было, какое-то движение листьев. А ветряк крутится. Поэтому еще раз скажу, там какой-то ветер есть всегда на такой высоте. Ну или почти всегда. То есть, когда он уже снизу его нет, сверху он еще какой-то есть. А когда он есть и снизу, то сверху он сильнее. Поэтому делаем башни как можно выше. Ну все, всем пока.